Всем привет, друзья, с вами Саня Играт, и добро пожаловать на этот видеоролик. Это мой первый опыт в GTA RP, прошу вас максимально поддержать меня в этом опыте, прожать лайк, подписаться на канал, а вам и желаю приятного просмотра. Погнали! Крутые штаны. Зачет. Аль. Бородатик. Алло. Алло, бородатик, ты меня слышишь? Что говоришь, братан? Где штаны такие блатные взял? Психушки выдавали? Говори громче. А? Хуйня. Хуй соси, губой тряси. А? Добрый вечер. Здрасте. Я диспетчер. А, ты в курсе, да? Понятно. Что ты меня заебал, уходи. А вдруг ты меня заебал, ты уходи. А, видишь, молодец. Давай, давай, давай. А не, вроде не лагает. Или мне кажется. Ёбаный в рот, да как так-то, а? А! Нога, блядь! Какого хуя, ёбаный в рот, блядь! Медик, вы шо? Людей не видите на тротуаре, мне что, претензию написать? Кто вас старше, я не понял. В смысле? Ты втираешь мне какую-то дичь. Коромысли, блядь, вы на человека наехали, вы при исполнении. Ну, я за рулем разве был? Да не ебёт, ваш напарник это сделал. Вы что, я могу вам таблеточку выпить? Вот давайте таблеточку. Компенсация. А, так выписаться вам надо, вас выписать, вы гражданин. Давайте, да, конечно. А вам выпить? Нет. Зрозумев, с вас 300 долларов. Скильки, скильки! 300, 300. Жопа. А, по полису, бесплатно же должно быть. Не, 300 долларов. Это грабеж! Я же здоровый. Согласен, тому я сюда и пришел. А, людей грабить пришли, Не, в смысле, все по закону. В смысле? Ясненько. А может скидочку на первый раз? Врач. Не могу. Как это? Лицо болит, говорю. А что случилось с лицом, рассказывайте. Что, 300 и меньше копейкой? Не копейки меньше. Да еще и веснушка. Вроде есть. Блин, уважаемый, я бы, наверное, вас посоветовал. Не болейте. Такие деньги болеть, это грех. Здравствуйте. Не хочешь, на вы закрыл? Нельзя тебе таблетку, малыш. Девушка, девушка, у вас упала! Девушка, у вас упало. Настроение. Гениально. А вот это было неплохо. Ну так, ёпта. На заметочку. Ну так, ну да, ну да. Еба. Ты меня так заставлялась. Я за тобой тогда погнался. На крышу залез. Ща мы ее увидим. Нет. Ебать микрофон. Девушка, девушка, у вас упала, девушка. Ты мне еще рассказывала, что это... У девушек ничего не падает, к сожалению. Fuck you, bitch! Тебе ж хуже, ладно. Так. У девушек ничего не падает, ебать. Цитата а-ля 2019, нахуй. Сука, как сумки роняют, телефоны, блядь, разбивают, нахуй. Каждую неделю новый телефон, блядь, покупают, блядь. А у девочки ничего не падает, блядь. Девочки ничего не роняют, блядь. Ебать, сука, я тут работаю. Сэр, пожалуйста, выйдите, здесь запрещено находиться. Блядь, никаких указателей не было-то. Восстановление есть. Ой, блядь, это вообще туалет какой-то. Кстати, я пописать хотел, можно сказать пописать? Нельзя. Да, блядь, погоди, не могу, не дотяну, блядь. Я говорю, выйдите. Да, блядь, дай поссать, обоссал штаны, ебаный рот из-за тебя, ебать. Ну, выходи отсюда, чувак, давай. Ну, блядь, поссать же хотел, что ты, не а человек? На улице иди сходи. Ебать, ты что, эндерталец, что ли, на улице кусты помечать? Да. Не можешь сказать ничего конструктивного? Завали, ебаник, ладно? Я ору с тебя, чтоб тебя мама так водила в туалет, я давай ору. Давай вылазить. Да, блядь, туннель у тебя тут, нельзя пройти нихуя. А как вы узнали, что мой номер 5912? У тебя на лбу написан. Не,
Не, у меня ничего на лбу нет. Я тебя ночью обоссал там и фломастером написал. Я не помню. А, ну ты пьяный был, я тебя в очко драл. Я не пью. Ну, блядь, наверное, выпил, травки нюхнул, ешь. Я аж куда могу знать. Факт остается факт. Это только кажется невероятно. Что хуй у тебя на правой щеке нарисованы и номер какой-то. Я почему-то не вижу. Ну, блядь, в зеркало иди посмотри. Сэр, вы видите у меня какой-то номер на лбу? И хуй там нарисован. Где посмотреть? На щеке у него хуй нарисованный, посмотри. Да, да, отчетливо такой, вижу, вижу. Да, классная татуха, где набил? Да я ему вчера ночью, короче, его пидор один в очко трахал, а я ему набивал татуху. Осуждаю. Обидно, наверное, да? Зато весело было. Ну, не тебе, а нам. Где, в штате? Первый час. Коллега. Ну да. Да тебя никто не спрашивал! Ты! О, человек обобщил, СПСР, пожалуйста, не делитесь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Его ж заклинило, тихо, осторожно. Если будет, если сейчас меня кто-то убьет, блядь, я вот дойду до аптеки, меня кто-то убьет. Бан! И мы найдем вас и выявим. Бесплатно. Только сегодня, только сейчас. Блядь, опять ты. Саня, тут входа нету. Не понял. Не понял, что сейчас будет. Идешь, идешь, идешь. Найс. Волшебная дырка. Да, здорово. А куда? Да мне вроде никуда не надо. А погнали на мэрию! Блять, заебись. Я тут с человеком разговаривал как-то. Да я из тюрьмы сбежал. Из тюрьмы сбежал? Слушай, это не ты, педик, который там на такси ездил. То есть это я тебя на такси сбил? Нет. Не, ну это же... Не, ну подожди, ты в лифчике таком был нарисованном, да? Да, да, это просто на мне футбол. А-а-а, я тебя помню, да. Не, не ты меня сбил. Давай подвезу куда-нибудь. Поехали на мэрию, там может что-то происходит. Погнали. Ра-тип. Ару просто. Да нормально, ты припаркуйся, чуть. А, ну ясно. И, кстати, эту машину я угнал. Беги, блядь! Беги, блядь! Осуждаю, блядь.